Попался! Ты тот коротышка, что повсюду преследовал меня. Какое хамство! Коротышка? К твоему сведению, я очень даже солидного размера. Для Умпа-Лумпы. А для кого-кого? Больше тебе скажу. В Лумпа-Лэнде я считаюсь огромным. Меня прозвали Здоровяк. Прости. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Меня зовут Вилли Вонка. Видите ли, я своего рода волшебник. Готовы увидеть магию? Это чайник. Изобретатель. Представляю вам великолепную всестирающую вещемойку Вилли Вонки. Повторить не смогу. Шоколадье. Это лучший шоколад в мире. Он хорош. Слишком хорош. Его шоколад могут позволить себе даже бедняки. Он не любит слово бедняки. Пригрозите, Вонки. Не смей продавать здесь шоколад! Не то будет не только шишка на лбу. На моем лбу нет шишки. Что это со мной сегодня? Ты должен дать им отпор. Прописать им по двоечке. У меня есть идея. С чего начнем? С шоколада, конечно. Бегите! Все хорошее, что есть в этом мире, началось с мечты. Крепко держись своей. Пришло время изменить мир. Лумпа, лумпа, пара-па-пар. Я в экономе, это кошмар. Все, я спать, спокойной ночи. Что такое? Ничего. Очевидно, что-то, ведь ты сказал «ха». Забудь. Как скажешь. Ха. Ах, вот снова. Говори что, или я проткну тебя палочкой для канапе.